Всем привет! Сегодня у нас снова рубрика «Евробыт». Знаете, это фото сделано в Австрии, в Вене. Мы уже в Вене не первый раз, уже третий раз, но как-то в этот раз мы так не спеша гуляли. И вы знаете, я заметила много таких интересных вещей для себя. Вот одна из них, такой контейнер находится среди, стоит просто посреди улицы. И это контейнер, в который можно ложить, оставлять ненужные вещи уже, с которых либо вы выросли, либо вы не носите. Ну, имеется в виду детские вещи, с которых дети выросли уже. Либо же для взрослых, которые не нужны. Есть контейнеры, которые специально стоят для детских вещей. И такие вещи сортируются, обрабатываются и отправляются тем, кто либо в них нуждается, либо же идут на переработку. Очень хорошая идея, по-моему, для того, чтобы задуматься о осознанном потреблении вообще чего-либо в природе, и в том числе вещей, одежды. Задуматься лишний раз, чтобы меньше использовать ресурсы нашей планеты и разумно подходить экологичнее к использованию тех же ресурсов и использованию ваших денег, средств. Во время последнего нашего переезда мы очень много вещей пожертвовали таким образом. Я надеюсь, что в скором времени в странах постсоветского пространства поставят тоже такие контейнеры. Если вы видели такие, пишите в комментариях, откуда вы, где они. Или, может быть, у вас есть что-то подобное, что-то похожее. Может, какие-то пункты приема вещей. Будет интересно почитать. Присоединяйтесь в комментариях, а также подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Жмите на колокольчик в правом верхнем углу канала, чтобы не пропустить новые видео. Я думаю, эти факты будут для многих любопытными. Интересно посмотреть, как в Европе. А я с вами прощаюсь ненадолго. Совсем ненадолго. До следующих видео. Всем спасибо. Всем пока.